Ульяновской области стартовала новая акция под названием «Координаты взлета». Помогать собраться на учебу решено не только школьникам, но и студентам среднеспециальных учебных заведений. Под действие проекта попали ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К такой категории относится больше половины всех учащихся СУЗов области. Как-то вот обойдены они были вниманием, на мой взгляд, несправедливо, поскольку ну, здесь категория детей, и бывают достаточно в трудной жизненной ситуации дети. И, на мой взгляд, очень важная профессия они получают для отраслей нашей региональной экономики. Поэтому внимание, конечно, к этой категории обучающихся необходимо. Страна и область сильно нуждаются в рабочих руках. Об этом неоднократно говорили глава государства Владимир Путин и руководитель региона Сергей Морозов. Нужны высококвалифицированные специалисты и представителям бизнеса. Они-то и стали инициатором шефской помощи студентам. Пока, правда, собраться помогли немногим. Первый набор получили трое учащихся из техникума железнодорожного транспорта, профессионально-педагогического колледжа и техникума питания и торговли. Были куплены наборы для работы. Если это повар, это набор ножей специальных. Если это слесарь, то рабочая форма слесаря. И плюс уже личные товары. Это спортивные костюмы, кроссовки, куртки. Помощь не на один раз. Шефы будут следить за своими подопечными на протяжении всей их учебы, втягивать в общественную жизнь и впоследствии даже помогут в трудоустройстве. Но это дело будущего. Пока же счастливые первокурсники примеряют обновки и осваивают новое оборудование. А будущий повар Даша Безрукова даже впервые попробовал освоить мастерство карвинга – художественной резки по овощам и фруктам. Делала это девушка при помощи подаренного набора ножей. В дальнейшем общественники и предприниматели планируют выйти с акции «Координаты взлета» на региональный уровень. Егор Цитов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.